За рулем или нет, правила одинаково важны для всех. Сотрудники ГИБДД начали операцию «Пешеход». В областном центре активизирована работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий вблизи нерегулируемых переходов. Инспекторы усилили контроль не только за водителями, но и за пешеходами. Подробности у Андрея Радюкова. Не прошло и часа с начала операции, как сотрудникам ГИБДД попался первый нарушитель. Водитель такси поторопился на переходе. Результат – акт об административном правонарушении. Казалось бы, пешеходный переход должен быть одним из самых безопасных мест на дороге. Однако и возле «Зебры» бывают несчастные случаи. С начала года только в Белгороде зарегистрированы 22 наезда на пешеходов. Сотрудники ГИБДД дежурят в местах концентрации ДТП и прежде всего вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Один из них находится неподалеку от памятника инспектору Гречихину. Именно он ратовал за безопасность пешеходов до такой степени, что однажды оштрафовал собственную жену за пересечение дороги в неположенном месте. Некоторые по сей день рискуют пересекать улицу не по правилам. Это место является непосредственно местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Сегодня сотрудники ГИБДД будут следить и за соблюдением правил водителями, и за пешеходами. Такие операции вызваны увеличением количества наездов на пешеходов. И чтобы предотвратить такие автоаварии, проводятся такие операции. ГИБДД напоминает, с конца ноября прошлого года действует запрет на опережение и обгон на нерегулируемом пешеходном переходе. Ужесточены санкции за невнимательность водителей к пешеходам. Правильнее уступить им дорогу на зебре, нежели платить штраф 1500 рублей. В рамках акции сотрудники ГИБДД не упускают из виду и пешеходов-нарушителей. За пересечение дороги в неположенном месте штрафы увеличены до 500 рублей. Дешевле во всех смыслах проявлять благоразумие. Операция «Пешеход» продлится до 15 марта. Андрей Радюков, Эдуард Горелов, Новости Мира Белогорья.